вещь. Так, немножко на фоне пока сделаем. И уже началось тогда, да и стали. Давайте режем, и все, поехали, заруба, вся. И просто Virtus Pro Angel проиграли. На живой раунд. Так, ладно, музыку гасим. А так хороший трек. Но пока лайф еще, наверное, не будет, да? Все, поехали лайв. Ну все, поехали лайв. Тогда первый раунд и будем смотреть за матчем. Погнали. Virtus Pro Angels против Море Виски. Так, КС нормально должен быть слышен, наверное. Так, у меня этот фон, конечно, да, убивает. Так, ну и смотрим здесь, у нас по такой карте буду ориентироваться. Здесь идут уже, идут по кишке. Сейчас там будет игр и этот. А нет, не здесь. Наверху нет, а как раз здесь Якоми. Ой, что творят девчонки с Море Вискис? Просто оставляет двух девчонок из Virtus Pro. А сейчас еще будет фраг. Ой-ой-ой, я аж думал, будет сейчас здесь забор. Не получилось. В кишке уже смотрит из выхода. Есть инфа как раз по двоим. Так, а как раз и вниз спускается. Дом-бомба как раз в подвале. Минус... Виспер лаз, раз. И ой-ой. Экис сопротивляется. Так, Айка. Аморе. Да. Нет, там по-другому какие-то другие имена были. Так, это получается Милов Аморе. Аклеонора. Леонора, получается, Марго. А как это? Что-то я так не понял, кто это. Ну ладно. Не суть важно. И у нас Море Виски с 1-0. Погнали смотреть дальше. Так, а у меня это отображается, нет? Да. Так, ладно. Для меня отображается. Там тоже видно все. Так, выходит пока на А. Virtus Pro Angel. Ну, пока по длине. Ожидается двое. Ну, там полностью масс. Надо смотреть как раз за... Вот как раз будет первый принимающий. Это Виспл. Как раз инфа. Пошли раскидочки. Флешка. Ослепляет и сразу убегает. Занимается плент. А вот это хороший бомба, хороший зажим. Уже в спину заходит Virtus Pro. И там уже тоже здесь полностью все попадали. Все произошло быстро. Мы просто зашли спокойно на плент. Вообще удивляет то, что... Как бы он был незащищенный. 2-0. Море Вискис.
Денежки, денежки. Так, по девайсам, по девайсам. Закупились. О, блин, FPS прям проседает. Так, бомбу скинули. Пока играют от фрага, прострельчики. Да вроде даже программ-то много не включено. Так, ну пока от минуса. Здесь погрузчик. Так, тусуются пока. А вот сейчас может быть хорошая встреча, если пойдет дальше. Это кто это? Алвери, да? Алвери там бегает. На милов можно нарваться сейчас. Оу, на Мео. Мео как раз делает фраг. Ай-яй-яй-яй, все перетягиваются. Бы вообще абсолютно опять пустое. С девятки, если только смотреть будут, может быть. Или нет. Действительно, оно пустое. Лол. Так, Виспл где-то нашла фраг на минус Мео. Перетяжечка, девяточка задымилась. Поставил сплент, это самое главное. Деньги будут, если плент поставился за дым. Упалил воду. Надо. Хорош, неплохо. Айка. 2-1. Минус один. Вторую не получилось. 2-1. Virtus Pro Angel берет раунд. Так, сейчас, секунду, так, быстренько закрою, кое-что-то так не нужно, может быть, лишнее. Так, это тогда не надо нам пока. Здесь тоже закроем. Так, и продолжаем то смотреть дальше. За четвертым раундом здесь уже вовсю. Опять тусуется под Б, аплент. А пока никто не заходит. Так, и пойдет выход, как раз с первой уже видела, но я с флешку словил, хороший, да, прозрел вторую не получилось забрать. Аморекс, хорош, уже ты минус 3 уже. И ситуация 2 в 2, бомба еще не поставилась, Миов решает по воде пройтись, девяточка есть. Бомба ставится. Нет, еще не ставится. В девятке просто засела. В девятке все виднее, Турбо Геру. Ой, сейчас хаешечка. Ах, если бы она еще вернулась бы. Может, тоже бы убило бы. 2-2. Экономика. Так, надо посмотреть на закуп. Так, а это экономический от как раз от Мори Вискей. Ой-ой-ой-ой-ой, это вот это просто видеть надо. Б абсолютно пусто, никто не ждет вообще на Б. Раскидочки, а там будет сейчас заход, скорее всего, в спину.
Вот этот фраг должен здесь зарешать. А, или пойдут с респы. Убивать девайсы. Или нет, или... Ай-яй-яй, сейчас спину, или нет. Никто не спустится. Там мел. Сейчас встретит. Можно было и кинуть флешку, ну ладно. Просто упала вся команда. Море виски. Море виски, море виски. Полностью вся команда упала. Так, ну и у нас шестой. Так, а тут раш, просто раш, 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 раш. Поджим, поджим, поджим. В городке пока тусуется, видно, видно, тут прострелить можно еще вторую. Нет, вторую не получилось забрать. Разменяли. Диспел. Так, а это уже был Хикоми. Как раз полячка зарешала на Амарекс. На Алвери. Айвери, Айвери или Алвери, Алвери. Так, а мы план-то опять... Совершенно пуст. Надо выбивать. Ну, уже поняли, поняли, что ушли на воду. Открывание милов, брак. Ну и просто все убегают. Четвертый. Четвертый, да, для Virtus Pro Angel. Неплохо. Экономика снова, снова печальная у Море Виски. Turbo Girl Alvery Chibab. Так, а там пауза, да, у нас получается, пока стоит. Пауза, пауза на сервере. Ну, по фрагам пройтись можно 8. Но 9 у Виспл. 3. НП Кебаб. 7 у Хикоми. Алвери. Айвери. 2. Турбогеру 1. Аморе 7-6 Мео, Марго 1, Айка 5 и Элеонора 1. Так, а вот здесь хорошо, можно сейчас третий там включить. Как раз. Все просто в туалетах. Как раз выход по длинной. Иди сюда, Турбо Геору, первый фраг, Марго,
Ой-ой-ой-ой-ой. Это просто нежданчик остается. Одна Аморе. Бомба при команде Море Виски. Иди сюда, Айвери. И 4-3 потихонечку вдогонку. Догонку идет команда Море Виски, не хотят сдаваться. Так, сейчас я... Ой-ой-ой, надо по-другому сделать. Быстренько пока кое-что. Тут у меня, потому что там логотип ИСЕ и куда-то ушел. Надо его немножко сузить. Так, выключка тогда я его пока. Так, чтобы не мешал. И продолжим смотреть дальше. Так, залетают люди. 4 человека на трансляцию. Но неплохо, неплохо. А я такой не профессионал, так что мне как бы это не страшно. Как бы смотрит, смотрит. Нет, нет у меня. Я стримлю просто для себя. Так, тактическая пауза у нас. Так, ну и продолжаем смотреть, да? Так, здесь опять пока что в ожидании на Б, Амор уже залетел, уже пытаются шить. Две девчонки у нас как раз пока на длине. Так, Мея у нас бегает с бомбой. Да, проседает вообще очень. Конкретно в некоторых местах. Так, смотрим за него. Плент у нее. Надо будет заходить. Амор делает первый фраг. Амор минус 2. Ну, видит воду в третий. Хорош мио вместе с Марго фраг соорудили. Ставится плент. Девятку фоткает. Кто это у нас? Ауака. Так, здесь, походу, будет сейв. Здесь уже не пойдут на убивание. Так, ну и пятый раунд будет за Virtus Pro Angel. И как куда? На базу? На базу, на базу, конечно же. А я бы пошел искать. Пошел бы искать, может быть, и нашел бы, и, может быть, и выбил бы девайсик. Потому что АВП сохраненная у Море Виски.
Так, следующая карта у нас Ancient будет после оверпасса. И третья, если нужно, Анубис. Кто присоединился, чтобы знали. Так, здесь вовсю уже и тоже идет уже раскидочки. Мёв там уже подкрадывается потихоньку к базе Б. Хороший молик, просто под чуть ли не под свою тиммейтку. Так, а здесь можно попробовать на виспл выйти сейчас. А, виспл решил просто отойти. Не стал слишком открыто играть. Блин, нравится мне эта функция передачи гранат сейчас. Придумали. Раньше нельзя было скидывать. А сейчас просто на тебе любую. Так, Марго уже делает минус 2 на длине. Так, там Турбо Герл. Турбо Герл снизу. А, это все-таки снизу она была. И плент ставится. Опять отдаваться. Да, денег точно на следующий раунд не будет. И снова засейвлены АВП. Бум. Да, ВП, АК, МК. Нормально так оставили девчонки из Virtus Pro. Подарочки. Так, продолжаем. Экономика, экономика. Так, Миоф уже Саморы. Пытались пройти, но остановил их смог вместе с Моликом. Так, а здесь фраг сейчас может быть? Или сгорит? Нет. А как вот он вообще не увеличивается? Такое пространство осталось. Чуть маленькое окошко. Ой, не дожало. Элеонор забирает Айвери. Не дожало. Так, Турбо Герл одна пока на пленту. Так, а там Миоф. Элеонора опять еще один минус. Да, и пойдут, скорее всего, на Хикоми. Где? На воде взрывает как раз и Элеонору. Ставится плент, смоку. Ой, вот это, конечно, ваншот сейчас залетел. Просто шил смок. Виспл, есть инфа, АВП хорошо играет. И вот засейвленный Турбо Герл, АВП два раунда. Ай, промах, сверху. Нож. Это нож, как бы сказал Слэм. Последний раунд первой половины. Это нож. Это нож.
Виспол 12 фрагов. Аморе пока что 9. Ну, посмотрим, что будет за второй половиной. Так, там тактическая пауза у нас от Море Виски. Так, пауза отжалась. Погнали. Так, враг лидер у нас пока. Virtus.pro подсадочку прострелила. Хоешечка там нормально так должна прокоться сейчас. Так, в этот раз думают, наверное, на А надо попробовать. Хватит уже выходить Б. Первый минус. Хорош, Айвери. Виспол помогает. В этот раз они взялись хорошо за прием Апплента. Так, с длины уже здесь подходит. Хорош АВП Турбо Герл. Минус Аморе. Просто вслепую мио. Ой, Турбо Герл тоже слепая. Ну, уже все про этот разменяли ее. И последний. Кебаб. Н-кебаб. Н-кебаб. 7-5. Так, ну и пистолеточка. Пистолетка. Вторая половина. Мео просто в ногу сразу на центр, но к ней никто не идет. А просто все ждут выхода в плент. Как раз пойдут через подвал. Пошла раскидочка в воду. Я не знаю многие обозначения карт, так что, если что, по... Так, Энкебаб там первый минус делает. Так, и заход, заход, Энкебаб минус второй. Минус Аморе. В спину, не убили, на-на-на. Марго, хорош, Хикоми разменивает. Элеонору и Айвери забирает Марго. И это 7-6. Так, никто там не поджимал. Все очень хорошо, так бы сейчас хаешечку Милов могла бы словить.
радар-то я не вижу, потому что так я и показываю, смотрю сам. Ну, тестировал, просто пробовал как раз из Халсбар, Мео. Минус-минус. Марго, Виспл хороший, даже минус 3, минус Амора. Элеонора. Айка. Айка остается одна против Хикоми. И кебаб. Бомба ставится. И выход через 9 будет. А, уже ждут? Режим ожидания включен. 7-7. Так, есть калаш. Сейчас, может, что-нибудь на вторую карту придумаю, чтобы смотреть как бы эти холдбары, потому что как бы тоже так наблюдать интересней. Смотреть, что есть, что по закупам. Так, там опять тактическая пауза, что? Нет, вроде нет. Смотрим дальше. Так, Марго, Марго, Марго. Так, Инкебаб там тусуется под Б. Айвери. Пока что тусуется в подвале. Но никого не найдет пока что, к сожалению. Там даже никто не поджимает. Ну, решает просто уйти, сказать, нафиг я пойду. Так, а там Марго, Марго, Марго на длине. Подсадочка. Видно, видно, видно. Ну, я успел хоть отдать один размен. Мило. Флешечку, под флешечку выйти. Нет? Айка. Минус Айвери. Хорош. Минус 2 с ВП. Кебаб остается последний. Турбогерл. И уже зажмут. Со спины уже. Вот это да. Ну, красную, красную оставили. Бомба контролится, просто как раз на бомбе сидит. Ну и засейвленный калаш. Да, с такими хп просто выжила. 12 бы оставалось. Так, ладно, попробую, что там, говорю, что-нибудь сделаю. Чтоб видеть, так, уже в подвале. Ой, хорошая хаешка. Но так прям Айвери под ноги. Еще и фраг. Добавки Марго забрала. Так, а здесь смог, Амора.
пытаются поджать. Как раз находит фраг. Там есть еще. Там есть еще мясо в спину. Виспал еще. Ой, перезарядка не вовремя. Элеонор носует Турбогерл вместе с Хикоми. Находит где-то фраг АВП с девятки. Хоу, это да. Турбогерл. Падает. Один в один. Ака против Хикоми. Аяка. Ну и просто думает, где будет, все-таки убежит или не убежит. Нет, решает все-таки поставить на Б. Ай, голову был видно. Хикоми на опыте. Virtus Pro Angel раунд приносит 8-8. Дут пока ровно. Так, а здесь походу денег нет, но вы держитесь. Снова всех разбросала. Так, на девятке никого нет, Б-плент. Опять абсолютно пустой. Бомба ставится. Все просто ждали на А и Айвери. Минус Марго, и вот это еще тут ваншотик нашла. Кебаб. Минус Миов. В туалетах Айвери можно собрать минус 2. Нет, не получилось. Вот это фраг Хикоми. Остается последняя Элеонора. Убегает просто в подвал и все равно срывается. Вот это. Вот это просто да. Просто взрыв. Так, поехали. Раскидочки. Так, подсадка была, с подсадки ушли. АВП смотрит. Аяка. Пока никто не хочет заходить. Так, а бомба-то лежит под бою. Ее тут и фраг нашли, Амуре. Ой-ой-ой, да, нормально. Так по ногам хаешка прилетает. Ну и собирается Б выходить. Раскид. Нормально так.
Даже хаешка вообще не помогла, тут просто соберу сейчас Virtus Pro Angel, да. Amor минус Dispel. 17 фрагов, 16. У Аяк. У Аяки. Dispel 17. Так, ну надо что-то сделать и может потом как раз попробовать. Чтоб смотреть. Второй монитор, конечно, к сожалению, нет. Он никак не у профессионалов. Хотел одно время взять, но нет. Так, тактическая пауза здесь, да, у нас? Все пропадает, снимается. Если через автоматическую камеру просто делать, посмотрим, что как фраги все зацепляет, нет? Ой, нормально, там троих. Не будем. Троим нормально так прилетело. И смел этот из виски. Девчонок из виски Марго. Так, перетяжечка. Потихоньку думают все-таки, а либо эти девчонки из моря виски. Ну, что-то все-таки решили по двое вылететь. Ой-ой-ой, баталия на воде. Все не в пользу вообще них. Virtus Pro Angel как могут уже. Борется Turbo Girl. Да это откуда фраг? А, со спиной. А, нет, со спиной там поджимала просто Аморы. Там уже, да, было мало времени и... Отдали раунд. Десятый у нас Virtus Pro Angel. Так, напомню, вторая карта Ancient. Да, прострельчики. А Яка уже где-то фраг нашла на виспл. А, как раз вот и подловила здесь, наверное, в туалетах. Ух, и красный вообще без головы там хаешку-то дать и... Отъедет просто. Так, Марго вообще стоит за стенкой. Ну, это легкий просто фраг. За машиной убить. Хорош. Секретки, хорош. Так, Амора, получается, сзади у нас и Элеонора. Конечно, проще убежать. Ну и 10-10 вообще ровно идут. Никто не хочет сдаваться.
А денег-то нету у Virtus Pro Angels. Там пару засейвенных девайсов. Ну, пару дропов может раздать еще Аяка. Так что еще спасутся на этот раунд. Ну, либо опять допы, либо... Все раз и в три раунда для кого-нибудь. Так, длину там пытается взломать. Висипл с Turbo Girl. АВП как раз бы сейчас на длину посмотреть. Ты-ты-ты-ты-ты. Нет, не в ту сторону. А вот здесь можно зато найти. Хорош, вторую забрать, еще третью. Помогает Элеонора, помогает, хорош, там красная при этом остается. Аяка. Три в два. Да просто рядом здесь. Выйди, чекни. Неужели не видно? Да. Элеонора где-то еще нашла фраг. Да, Turbo Girl. 11-10. Virtus Pro Angel. Пока больше шансов имеет. К 13-му. К заключению матча. На этой карте. Так, сразу массово здесь вообще пошла раскидка всего боя. Слепую просто убивание команды. А, не в дым. Вот это просто последней пулькой был сейчас выстрел на море. Ну, 12-10. Девайсы. Так, АК вижу, АК есть. По-моему, я так понял, без АВП. Иначе, если будет АВП, будет... Не знаю, хорошо или нет. Но агрессивно на... Так, там Аяка есть. Слышит, слышит то, что раскид по-любому есть. А спину сейчас как будет сейчас сладко сделать с фраг? Ой, хорош. Хикоми, есть инфа, там уже бережет бейсбол за, в спину. С двух сторон просто окружили ее. Алвери, Марго помогает. Турбо Герл уже практически на А. Марго еще фраг, но это походу... GG для Мори Виски на этой карте. Turbo Girl еще говорит, пока еще держимся. Ну, 1-1, и Марго заканчивает.